Народ, короче, я не знаю, к кому там надо обратиться, кому написать, кому сообщить. Значит, монтаж. Казалось бы, все норм, все нормально, все терпимо, все сносно, все модно, все красиво. Блять, есть один злоебучий момент уже в нескольких видосах, который дичайше бесит. Я не знаю, только мне это заметно или всем подряд. И сорян, если вам теперь тоже будет заметно. Ну и как-нибудь передайте, в общем, кому? Монтажеру или вот самому Митяю. Значит, смотрите. Устал. Ну и, короче, вот, в чем вернее, минус, слушайте. Что я заложил 500 рублей, он, видите, цифры бегут, и там 110 рублей осталось, и он сдачу не выдает. Просто я говорю, что хотел, то есть тут мыться залезет, чтобы он мне сотку отдал наличкой, и мылся за мои деньги. Ну ладно, далее. Короче, на каждом переходе слышно такой щелчок, блядь. Вот такой вот. На каждом переходе слышно, вот, послушайте, смотрите, переходы. Какая ситуация. Мы, ну, запланировали поехать, посетить Алушту, Ялту, Севастополь, ну и все, потом дальше ехать обратно сюда, после Севастополя. Но нам еще сказали, что есть какой-то офигенский пляж по типу Мальдив, там белый песок, море изумрудное. Евпатории, поселок городского типа Мирный. И мы приняли пока решение нет. ехать через центр Крыма, через Симферополь, до как раз вот этого поселка Мирный, ехать 3,5 часа. Ну есть чуть-чуть. Марш-бросок сегодня выложить. Вот сейчас было прям на 3,35, очень заметно. Вот ну-ка. 3,34. Марш-бросок сегодня был. Вот, слышно. Ну, вы поняли, короче. Вот эта хуйня бесит. Значит, объясняю, как это исправляется. Для монтажера или для, вообще для других там людей. Может, кто-то сам монтирует видосы и тоже вот с такой проблемой сталкивается. Объясняю. Если монтаж в Вегасе или там еще как в других программах, я не знаю, но я в Вегасе объясню. Ты берешь вот в этот файл готовый кусок весь и там нарезаешь его на отдельные куски. Часть там паузы, ты их выбрасываешь, убираешь. И вот там осталось, допустим, был большой кусок, осталось 3 куска, их надо соединить. Как, ну, казалось бы, логично. Просто их друг к другу прилепляешь, и все. А нужно их, на самом деле, не прилеплять вплотную, а включить функцию, то ли это называется автокроссфейд, блядь, то ли автоматически фейд-аут, фейд-ин, затухание. Я не помню точно, как это называется. Смысл в том, что нужно чуть-чуть куски друг на друга, чтобы они наехали. Ну, по крайней мере, звук должен наехать. Чтобы звук сперва фейдаутом, получается, погас, и в тот же момент другой уже звук, другого куска, начал появляться. Ну, то есть, вот звуковая волна, она идет вот там, грубо говоря, вот так ровно. Ну, громкость. Вот в самом конце эта звуковая волна должна вот здесь погаснуть, а вот здесь начать появляться. То есть, ну, в конечном итоге нет, не будет никакого провала, но вот этот прикол, он убирает нахер щелчок. Если это не делать, я не знаю почему, у меня в Вегасе такое тоже вот было, то при переходе такой вот микропиздрический, такой противный щелчок появляется при монтаже. Тут, то есть чуть-чуть куски должны наезжать друг на друга с фейд-ин, с фейд-аутом. Вот. Ну и к тому же для видео тоже это хорошо делать, потому что не будет вот таких вот, ну, резких как бы переходов с одного лица на другое, а будет более плавная картинка. Вот, ну, собственно, вот такой вот небольшой совет по монтажу. Всем успехов, не знаю. Всем респект. Заходите на мои стримы.